Надо что-то делать. Надо ехать его искать. Куда ехать? Я разговаривал с Петровичем, но его нет нигде. Ни в ментовках, ни в больницах, ни в моргах, слава богу. Вернется. Господи, только бы с ним ничего не случилось. Да ничего с ним не случится. Ну что, первый раз, что ли? Почему у него телефон недоступен? Разрядился. А может? Не может, Тань. Сейчас тебе нужно успокоиться. Разбаловали его в конец. Поэтому и нервы делает. Явился. Сыночек, господи, живой. Ты цел? Ты где был? Ты в порядке, а? Все нормально. У тебя совесть есть? Доброе утро. Доброе утро. Вы что, не спите? Действительно, чем не спим? 5 часов утра, а мы не спим. Ты где был? Неважно. Ему неважно, понимаешь? Ему плевать, на всех плевать. Лёва, ты почему не позвонил? Мобилка села. Почему ты нас не предупредил? Мы же волнуемся. Мы тебя искали, ты что, не понимаешь? Ну зачем? Я взрослый. Взрослый? Слышь, взрослый, умник. Иди тогда работай, квартиру себе сам снимай, взрослый. Жрать себе готов, стирай. Миша. Хорошо. Чё хорошо? Чё хорошо? Найду работу, сниму квартиру, как скажете. Папа не то имел в виду. Он имел в виду, что мы тебя любим и волнуемся, львенок! Не называйте меня так. Вы ничего не понимаете. Вы оба. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Игоревич, сотрудники уже собрались и ждут вас в первой переговорной. Передайте, что будет через 5 минут. А корреспонденция уже на столе у вас. Вам куда? До города подбросишь. Сколько? Не обижу. Садитесь. Нужно было еще попробовать. Самим, я не знаю, да. Знаешь, мы 5 лет с тобой пробовали. Сколько анализов этих сдавали. Процедуры эти жуткие. Ты прекрасно помнишь, когда мы последний раз говорили с доктором, он четко сказал, что ты... Это ты, Тань. Это ты помешалась на ребенке. Это ты меня таскала по этим врачам. Потом по шарлатанам.
Потом травки эти. Вонючие. Если бы я не согласился на усыновление, ты меня доконала этими травками. Вот как? Значит, ты просто согласился? Ну а как? Ты же мне выбора не оставила. И надо было самое главное выбрать самого неуправляемого. Миша, Лёва хороший ребенок, он прекрасный мальчик. Просто сейчас у него пубертат. Они все в этом возрасте сложные. Все? Все. Тебе напомнить, как он на 8 марта 40 коробок мимозы купил? Украл деньги, которые мы с тобой на отпуск откладывали. Он не украл. Ну, он одолжил. Просто хотел себе заработать на новый компьютер. Где он сейчас? Где он по ночам шляется? Может, он до криминала докатился? Миша, прекрати. Ты хотела сказать, не каркай, да? Мы больше не контролируем ситуацию, мы не справляемся. Я тебе всегда говорил, чужие гены. Тут все, что угодно может вылезти. Вот, вылезло. Ты серьезно? Абсолютно. Кто его родится? Может, они уголовники какие-то? Если он в 15 лет такое творит, что дальше? Он мой сын. Он твой сын. На бумажке. Тань, ты куда? Здрасте. Здрасте. Добрый день. А вы по какому вопросу? В чем? А, по главному. Не в депозитарии. У нас электронная очередь. Возьмите талончик. Где? Там. И чё? Как тут выбрать? Кнопок нет. Чё стоим тупим, девушка? Мне в ячейку надо. Ну вот жмем. Частные лица. Депозитарий. Угу. Вот номер вашей очереди. Благодарю. Наличные или карта? Карта. Ничего себе. Это ты так оплатила? Ну, да. Спасибо, оплата прошла. Угу. Спасибо. А покажи мне. Ага. Пин-код от кредитки не сообщить? Сучка. Ну, Имра. Номер Е26. Подойдите к третьему окну. Угу. До последней резинки в трусах. Привет. Привет, день такой хороший. А ты что, одна, что ли? Что там у нас сегодня? Как всегда, под завязку. Лид, ну я же просила. Ну ты что, опять сегодня без обеда? Ну что я могу? Все хотят себе красивые, здоровые зубы от хорошего специалиста. Не выгонять же мне их. А ты вот поговорила бы с начальством. Может, тебе премию выпишут. Которую я потрачу на лечение гастрита. Насчет гастрита я ничего не могу сказать. А вот зубы тебе точно вылечат бесплатно. Миша. Кстати, а где он? Поругались. Скоро будет. Серьезно или по мелочам? Да Лёва учудил. Пропал куда-то на всю ночь. Явился только под утро. Наверное, Мишка рвет и мечет. Но у ребенка переходной возраст. Миша мог бы это понимать.
И как-то подход к нему искать, а не скандалить. Сама понимаешь, чужая кровь, чужой ребенок. Лида, Лев мой сын. При чем здесь кровь? Мы его растим, мы его любим. Лева наш сын, и все, и точка. Ну все, не переживай так, помиритесь. А знаешь что? Приезжайте ко мне на дачу завтра. Мне кажется, вам нужно сменить обстановку, развеяться. Ну, там, глядишь, все само собой решится. Очень сомневаюсь. Нужно попробовать. А я такой стол накрою, пальчики оближешь. Ну, ладно. Я подумаю. Все кости мне перемыло. Вообще, ты мог сказать мне спасибо. Мне кажется, удалось ее успокоить. Спасибо. Тебе кофе сделать? Делай. И вообще, если вдруг соберешься детей заводить, ты еще раз подумай. Да я еще пока не решила, хочу ли. Ну, правильно. Зачем тебе это надо? Молодая, красивая. Не спишь еще. Спасибо за совет. Спасибо за кофе. Хорошего дня. И тебя. Лид, сделаешь мне кофе? Я тебе не бариста. Сам сделаешь. Чипцы. Не эти контурные. В следующий раз тетя ставьте задачу. Михаил Владимирович. Приму к сведению, Татьяна Сергеевна. Ледок? Я тут в таком удивительном приложении зарегистрировалась. Смотри-ка. Глянь. Вот тут фотография, вот тут анкетка, а дальше чудо. Опа. Нравится. Опа. Отказать. Прям как я на мясном рынке себе вырезку выбираю. Какая ты приземленная, Лидка. Ну это же чудо. Посмотри, весь мир у наших ног. Посмотри, сколько кандидатур. И за короткое время. Это же все для нас, для молодых, работающих, занятых. Сейчас я тебя зарегистрирую. Нет, спасибо, не надо, я на диете. А личную жизнь свою ты планируешь? Или тоже на диете? Галь, знаешь что? Отстань. Мне уже нравится один мужчина, и он не виртуальный. Ванок, расскажи Галочке подробно. Общаемся мы с ним по-дружески. Он как на женщину на меня внимания не обращает пока. А ты? Жду. Лида, ты хочешь быть счастливой? Будь. Подойди к нему и объяснись. Да ну тебя! Стой, страдай! Добрый день. Вы что-то хотели? Да, номер шикарный есть у тебя такой? Вам, наверное, подойдет президентский люкс. Оттуда открывается потрясающий вид на город. Да, скоро мне многое подойдет. Пока не загоняйся, что-нибудь попроще. Как скажете, просто люкс. Супер. Позвольте обратить ваше внимание, в нашем отеле есть прекрасный спа-центр и салон красоты. Это ты на мой внешний вид намекаешь? Ну что вы, просто информирую о возможностях. Хочу, чтобы ваше пребывание у нас было максимально приятным. Угу. Пожалуйста, ваш номер 507. Четвертый отряд. Кошмар приснился? Да, типа того. Вы слишком напряжены. Я могу посоветовать вам комплекс расслабляющих процедур. Пилинг, аромамассаж, шоколадное обертывание.
Просто сейчас запись, нужно будет немножко подождать. Вы ждите, у кого есть на это время. А мне здесь сейчас будь добра. Я по ожиданию свою отработала. Кабинка душевая в корзину не влезает. Ну, вы не переживайте, мы все исправим. Это баги, мы их ловить будем. У вас, главное, по дизайну и функционалу все устраивает? Фон серый меня не устраивает. Я не знаю, какой-то он... Серый? Ну да. Так, хорошо, на какой меняем? На голубой. И на нем буквы золотые. Золотыми читаться плохо будет? Ну, а кто это читать будет? И так все понятно. Унитаз, раковина, душ. Кто не прочитает, тот по картинкам догадается. Хорошо, сделаем. Так, ну смотрите, мы первый этап закончили, за него рассчитаться надо. Вот я вижу, шустрый. Вот все доделаете, тогда и деньги получите. Ну, мы так не договаривались. Так. Я аванс заплатил? Заплатил. За скорость добавить обещал? Обещал. Быстрее сделаете, быстрее получите. Это твой девиз должен быть, понял? О чем речь? Хорошо. И двери закрой за собой. Можете обратиться в прокуратуру. Ну послушайте, пожалуйста, я правда спешу. Я опаздываю на встречу с комитетом по восстановлению. Это очень важно для меня, и да, опаздывать нельзя. Это не повод. Убивать нельзя. Но я же не... До встречи все будет. Это что, да. День такой сегодня? Анастасия Леонтьевна. Мири-мири, навсегда. Кто поссорится, свинья. Если будешь драться, я буду кусаться. Миш. Симпатичная девчонка. Мы справимся. Поэтому я думаю, что и все можно. Рано или поздно он повзрослеет, поймет, как мы его любим. И угомонится. Сомневаюсь, я что-то. Ух ты. Ну, давай сходим к психологу. К какому психологу-то? Ну, говорили, есть один хороший в клинике. Миш. Ну, вспомни, как мы его увидели первый раз в детдоме. Он брел по коридору, такой маленький, худющий, волосы взъерошены. Ты к нему подошел, подсел, говоришь, мальчик, как тебя зовут? Он такой, ребенок. Не ребенок, а ангел был. Угу. Он тебя первым признал. У футбола играли, он назвал тебя папой. Помнишь? А сейчас он мне Миша назовет, а тебя Таня. Но я не обижаюсь. И ты не поддавайся на провокации. 11 часов уже. Где он ходит? Я ему только что звонила. Он сказал, что скоро будет. Таня, почему ты ему звонишь, а не он тебе? Мишка, ну, пожалуйста, не будь булкой. Ну, все образуется. Ну, хватит. Иди сюда. Сына? Привет. Ты голодный? У нас вот лапша есть, а еще я отбивные сделала, твои любимые. Хочешь? Не, спасибо, я не голодный. А где ты был? С пацанами в приставку рубились. Сынок, мы завтра решили с папой съездить на дачу к тете Лиде. Пойдешь с нами? Не, не хочу. Ну как? Ну ты один останешься? Изи, я же взрослый. Поняла? Взрослый он. Он взрослый. Кровавая Мэри. Молодой человек, а можно воспользоваться вашим пальцем? Что? Да я не из полиции, просто нужен ваш отпечаток.
Класс. С ума сойти. Спасибо. Очень вкусно. А что у вас за приложение? Я по геолокации смотрю, кто бы мог составить мне компанию. А без локации никак? В смысле? Коромысли. Ты берешь мне еще один коктейль, и мы идем в мой номер. Как тебе такая идея? Еще один коктейль. Че стоим? Заходим, не тушуемся. Круто. А ты вообще кем работаешь? Сегодня работаешь ты, малыш. Так что иди сюда. Миш, ау. Мы же торт забыли. Ну, бог с ним, Тань. Ну как, в гости с пустыми руками? Нехорошо. Я сейчас вернусь. Возвращаться — плохая примета. В зеркало посмотришь. Ага. Ага. Малыш, помоги найти адрес. Давай. Говори адрес. Че, прям в телефон? Да. Яровая, 11. Оптимальный маршрут построен. До точки назначения 4,9 километра. Ого. Я активировал приложение. Теперь можешь у телефона спрашивать все, что хочешь. Прям все, что хочу. Какая сегодня погода? Минус 5 по Цельсию. Возможен кратковременный снег. Крутая штука. Приятно слышать ваш комплимент. Дура! Дура. В металлургии чушка. Слиток металла, чугуна либо ферросплавов. Ну да, ты мне будешь о слитках рассказывать. Давай, пока. А у тебя телефончик не ахти, я смотрю. Ну, на новый пока не заработал. Заработал. Ты ж крутой любовник. Держи. Да ладно. А ты как? Ну, ничего, я долго выбирала между цветами, не смогла определиться и взяла себе... Он, два телефончика. Опа. Какая ляля, правда? И я тебе туда тоже приложение установлю. Но попозже. Давай. Нравится? Крутая. 500 лошадей. Прокатиться хочешь? Да ладно. Серьезно? Садись. Как в школе? Скука смертная. А чем вообще по жизни интересуешься? Бизнесом. И что, в 15 лет можно намутить? Откуда вы знаете, что мне 15? Догадалась. Так чем занимаешься? Ну, сайт делаю. Компьютер рубишь? Ну, организовать процесс умею. Нанял айтишников, жирный заказ нашел. Получу с этого деньги и вложусь в новый проект. И в какой? Кальянную хочу открыть. Молодец. Класс. Так, давай направо поворачивай. И дай газку. Не жалей тачку. Твою мать! Сынок, молодец!
Ну ты весь, мать, огонь. Каждый день как последний. Простите, я не хотел. Да не переживай за тачку. Она арендная. Страховка, все дела. Скажу, я за рулем была. У меня скоро будут деньги, и я попрошу родителей, мы как-то комментируем. Какие родители? Ты меня слышишь? Я твоя родная мать. Огурчики, помидорчики маринованные, все из теплицы. Так. Ой, подождите, голубцы. Сядь, не суетись, давай выпьем. Ну, пока горячие. Миш, ну зачем ты столько налил? Ну, растянешь что-то. А мне нормально. Ну, Лидусь, за тебя. Я не понимаю, как ты все успеваешь. И работа, и дача, и огурчики, помидорчики. Просто много свободного времени. Нет, просто у тебя руки золотые. Да, Миш? Повезет твоему будущему мужу. О. Меня обвинили в убийстве твоего отца, хотя я этого не делала. Меня подставили. И я на 12 лет села в тюрьму. А тебя отдали в детдом. Ты это помнишь? Помню, только сижу за столом с Таней, она ставит торт и говорит, теперь ты Кравчук Лев Михайлович. А твоя настоящая фамилия Гаврилов. Как вы меня нашли? Сделала предложение директору детдома, от которого он не смог отказаться. И что теперь будет? Чего от меня хотите? Венок, я о тебе каждый день думала. Просто позволь мне быть в твоей жизни. Пожалуйста. Между небом и этой землей, ангел мой, некуда деться безнадежно. Влюбленное сердце, влюбленное сердце. Знаешь, у нас в универе Мишка был самым видным парнем. Да он и сейчас хорош. А Танька вообще не отлипала от учебников. Я уж думал сдаться. Вот он подумал, как так, у него же самые красивые на курсе ноги. Да, Тань. А ты в школу ходила? А тебя что, в школу вызывали? Давайте не будем. Таня, что ты скрываешь от меня? Миш, ну перестань, ну вечер такой хороший. Давай, помнишь, на втором курсе мы пели? Это, Тань, я тебе вообще-то вопрос задал. Ну хорошо, вызывали меня в школу. Хотели сказать, что если все так дальше пойдет, то у Левы могут быть проблемы с экзаменами, и он их не сдаст. Прекрасно, докатились. Но это все не точно. Он может пересдать все контрольные по математике. И многое зависит от годовой палки. Тань, ты понимаешь, что ты до этого довела? Потому что не надо было мне постоянно говорить, что не ругайся на Леву, не кричи на него, он хороший, он сам справится. Ну а что я должна была сделать? Выпороть его надо было, как меня отец порол. Да? Да! А напомни мне, сколько лет ты с отцом своим не разговариваешь? 15 или больше? Детдом с нашим раздолбаем только справится, по-моему. Так... Так давай его вернем, а? Как собачку. Скажем, ну простите, граждане, мы поигрались, нам не подошел. Слушай, Тань, не неси чушь, а! Ну, пожалуйста, Тань, что ты такое говоришь? Миша хотел сказать не это. Он хотел сказать, что... Что? Что там, когда детдомовскую школу заканчиваешь, льготы есть и на образование, и на квартиру, если на очередь станет. Ты понимаешь, да, о чем нормальные люди думают? У нас просто Таня считает, что наш Эйнштейн, он сам в институт поступит, понимаешь? Ну, все, хватит. Я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Фух, наверное, я зря про Леву сказала. Да ладно, Лид, слушай, это извечная история. Выпьешь?
Выпью. Самое крутое место в городе, говоришь? Ну да, только нас не пустят. Сегодня вход только по приглашению. Ну, это мы посмотрим. Доброй ночи. Ваша фамилия? Сиплый, ты что ли? Вероника Васильевна. Ну, привет. А ты что, перебазировался? Решил швейцаром стать? Платят неплохо, а работы другой нет. Время сейчас такое. Я часто Мирона Матвеевича вспоминаю. А это наш с ним сын. Смотри, как вырос. На отца похож. Да. Слушай, мы тут решили культурно отдохнуть. Пропустишь? Конечно, проходите. Спасибо. Приятного отдыха. Ты кого допустил? Это вдова Мирона. Гонишь? Я у них 5 лет работал. Думаешь, не узнаю? Давай сюда. Что пить будешь? Ну, сок, наверное. Не гони, давай хоть пиво. Какое пиво? Мне не продадут, я несовершеннолетний. Я тебя прошу. А можно кровавую Мэри и пиво? А можно увидеть паспорт молодого человека? Похож? Одно лицо. Слушай, сфоткай нас. Спасибо. Классная движуха, столько народу. Ага. Ты не знаешь, что я на нее наорал опять, а? Только ж помирились. Ух ты, нервы сдали. Столько лет жить в напряжении. Кто же выдержит? Да, Лиза, ты в курсе вообще, что это она из-за меня все? Это ж я не могу. Танька-то все может. Мы столько лет пытались, а потом Левку усыновили. А тут опять косяк. Я же справиться-то с пацаном не могу. Потрясающий мужчина. Добрый, веселый, красивый. Я о таком даже мечтать не смею. Сейчас серьезно? Абсолютно. Что-то я лед нажрался, по-моему. Пойду спать. Спасибо тебе. Давай я тебе помогу. Че, нормально? Это я сильно, я так. Идем. Стоим. Стоишь? Стоим. Ширма тоже стоит, отлично. Прости меня. Мишка, прости. Ну что, Вика, что? Я больше ждать не могу, прости. Ничего себе. Ну, подожди. Все хорошо? Что мы наделали? Ты просто сделал меня счастливой. Извини, пожалуйста. Смотри, там в ванной ничего не забыли?
Вроде ничего. Ну хорошо, вон вещи я собрала, бери. Пойдем. Доброе утро. Доброе. Лид, ну, спасибо тебе за прекрасные выходные. Мы уж поедем. А вы разве не позавтракаете? Прости, куча дел в городе. Ну, у меня уже все готово. Миш, ты, кстати, сырники с чем любишь? Со сметаной или с вареньем? Я что-то не хочу, мы спешим, Лид. Пока. Приезжайте еще. Ага. Обязательно. Ничего себе поворот. И сколько она в тюрьме отмотала? 12 лет. 12 лет. Слушай, слал бы ты ее нафиг. Зачем тебе мать-уголовница? Она веселая, что? Да, уж как хочешь. Ты не знаешь, как от двух предков отбиться, а у тебя их уже трое нарисовалось. Реально попадалова. Давай не сравнивай. Ну, она крутая, реально. Она если надо, можешь любого на место поставить. Можешь матом до первое число покрыть. Ну и вообще она на Таню с Мишей абсолютно не похожа. Кстати, она мне ноут новый купила. При бабле, что ли? Ну, типа. Я ей спорткар новый разбил. Она мне даже ни слова не сказала. О, смотри. Балетная наша пошла. Она, во-первых, не балетная, а во-вторых, она контепом занимается. Ты что, fall in love, что ли? Да ладно. Ты что, серьезно, бро? Свали. Да ну, Лев, ну я ж по дружбе. К Марченко. Михаил Иванович, племянник. Там старик упал, за сердце держится, хрипит. Помогите ему. Коля, за мной. Проходите, девушка, проходите. Вы почитать мне пришли? Ну, к вам я чуть позже зайду. Вы не подскажете, в какой палате Анна Георгиевна Будко лежит? А, так в конце коридора, в VIP-палате. Благодарю. Пожалуйста. А у вас тут миленько. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Здравствуйте. А вы кто? Мы знакомы? Я новенькая. Пришла вот почитать вам. Какой чудесный день сегодня. Только что сын ушел, а теперь вот вы. Сын? Заботится о вас? Да. Он навещает меня 3 раза в неделю. Если бы не сердце, он бы вообще не отпускал от себя. Но тут же постоянный уход, вы сами понимаете. Как замечательно, что сын вас любит. Такие, как он, большая редкость. Да, деточка, я сама не нарадуюсь. А что вы будете читать? А вы угадайте. Итак,
27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де Лагард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны, Триеста и Неаполя. Или я пришел тебе сказать, что... что не должен был так поступать, что... что я люблю Таню. Я виноват. Что там еще? Все это было ошибкой. Мишка, Лид. Я знаю, что ты придешь. Не лучше ноги на курсе. У меня тоже ноги. Ну, при чем здесь ноги? При чем здесь ноги? Я ее люблю. У нас семья. Семья? Там, где тебя пилят каждый день. Ну, конечно же, она для тебя подвиг совершила. От материнства отказалась. Но это не подвиг. Я для своего любимого мужчины еще больше бы сделал. Все, Лида, все. Выпей успокоительное, ложись спать. Успокоительное. Да, это выход. Да вот что ты делаешь? Не смей. Не смей. Девятый класс. Нужно подготовиться к тестовому экзамену. Ну да, мы готовы заниматься 3 раза в неделю. Хорошо, а можно уточнить по цене? Так дорого. Нет-нет, мы согласны. Да, хорошо. Завтра в 5. Угу, до свидания. Лёвушка, привет. Привет. А у меня для тебя отличная новость. Какая? Я нашла тебе репетитора по математике. Зачем? Как зачем? Я же сказала, я все сам сдам. Ага. Ты нам говоришь, сам сдам с сентября. И что? В общем, нам нужен репетитор, и это не обсуждается. Так что давай, садись, я буду кормить. Где Миша? Пошел в спортзал записываться, представляешь? Кризис среднего возраста? Ну ничего, спустит там пар, это хорошо. И вообще, физические нагрузки – это очень полезно. Помогает избавиться от стресса. А стресс – это я, да? Ну вот почему сразу ты? У твоего папы очень ответственная и трудная работа. Держи. Очень ответственная и трудная работа стоматолога. Откройте рот, а на ночь выпейте таблеточку. Твой отец – прекрасный специалист, отличный врач. К нему запись на 3 месяца вперед. Тань, я нашел свою настоящую мать. Что? Она приходила ко мне вчера вечером. Правильно, Дантес, правильно. Я знаю, что вы хороший сын.
Привет. Что-то случилось? Объявилась мама Льва. Она хочет забрать моего сына. Лида, что мне делать? А Лева что говорит? Чего хочет? Он ничего не говорит. Но если он... Если он уйдет, я это не переживу. Все, успокойся, успокойся. Слушай, если Леву отправили в детдом, а не в интернат, значит, мать лишили родительских прав. Как она так возьмет и заберет? А если он сам захочет у нее жить? У тебя что, кто-то есть? Ты так летела, я просто не успела сказать. Привет. Миш? Я там подкрутил кое-что, но лучше вызвать мастера. Ну, не дай бог, ты соседей затопишь. У меня такое ЧП произошло, только мужские руки могли помочь. Спасибо. Так, мы Леву никому не отдадим. Что мы знаем об этой женщине? Миша, мы ничего не знаем об этой женщине. Ну и все. Где она пропадала все эти годы? Так что оставить панику. Я позвоню Петровичу. Сергей Игоревич, извините. В чем дело? Можете вы хотя бы сейчас меня оставить в покое? Чем? Примите мои соболезнования. Сегодня у нее была посетительница. Почему я об этом ничего не знаю? Вы что-то путаете. У нас все посещения только по записи. Значит, она попала сюда не по записи. Это невозможно. У нас очень хорошая служба безопасности. На въезде КПП, в здании охранник, над крыльцом видеокамера. Да в вашу богадельню может попасть любой! Где камера на этажах? Мы не тюрьма и не режимный объект. Мы вызвали полицию. Они во всем разберутся. Эта женщина убила мою мать. Сергей Игоревич, мы сегодня проверяли ресепшн. Новые сотрудники сегодня не оформлялись. Волонтеры тоже. Охранники отсмотрели все камеры. Нигде ничего подозрительного. Но я понимаю, у вас горе. У вашей матери было больное сердце. Год назад она перенесла обширный инфаркт. И не забывайте, что ей все-таки было 82 года. Я не вижу оснований считать ее смерть насильственной. В конце концов, давайте дождемся результатов экспертизы. Я тебе посажу. Ну, с чего ты взяла, что он ее выберет, а не нас? Ну, ты же прекрасно знаешь. У нас в последнее время что ни день, то новая ссора. Ну, возраст у ребенка такой, но самоутверждается. Ну, он же не дурачок у нас. Он прекрасно видит, что мы его любим. Как ты заботишься о нем, бегаешь. Ну, таких матерей еще поискать надо. Спасибо. Нам нужно что-то делать. А знаешь что? Давай возьмем отгулу на работе и поедем куда-нибудь втроем. Куда? На какую-нибудь базу отдыха, я не знаю. Там шашлыки пожарим, ухи сварим. Ты же меня любишь, уху? Люблю. Ну, повспоминаем что-нибудь, поржем. Ну что, у нас хорошего за эти годы не было? Было. Но раньше. А недавно ты всерьез говорил о детском доме. Тань, ну ты же знаешь, что я это со зла ляпнул. Может, еще раз об этом пожалел. Сейчас для нас самое главное – это наша семья. И мне, кроме тебя, никто не нужен. Миша, ты случайно не заболел? Ну, что сразу заболел? Просто
начал понимать какие-то вещи. И делаю правильные выводы из сложившейся ситуации. И я тебя очень-очень люблю. Как же мне повезло. Это еще неизвестно, кому с кем повезло. Да. Послушайте, мадам, вы себе, пожалуйста, мой номер запишите как «не Григорий». И не звоните мне больше. До свидания. Это кто? Баба какая-то весь день названивает. Григорием интересуется. Угу. Так внеси ее в черный список. Доброй ночи. Чем могу помочь? Вот ключик, я выезжаю. А у вас еще неделя оплачена? Обстоятельства изменились. Хорошо, вызвать вам такси? Да. Хотя нет, я возьму попутку. Мы не рекомендуем пользоваться частным извозом. В этом городе мне бояться нечего. Куда едем? По городу. Садитесь. Куда все-таки едем? Где можно перекантоваться? Ну, можно ко мне поехать. Прекрасная идея. У тебя шикарные духи. Сама ты шикарная. Я серьезно. Кроме шуток. Воу! Блудняк решил меня затащить, дядя. Этот расклад. Да, я... Меня на режиме не сломали. Нет, вы неправильно меня поняли. Я надеюсь. Ты просто хотел помочь маленькой беззащитной девочке, правда? Да, и... Предоставить койко-место и чистое постельное белье, верно? Да. И никаких пошлых мыслей в твоей голове не было. Ни одной, честное слово, я клянусь. Вот хорошо. Внесли ясную ситуацию. Это зажигалка, да? Да. Но если что, у меня есть нож. Гаврилова Вероника Васильевна. 1984 года рождения. Жена Миронова. Отсидела 12 лет. Недавно вышла. Ты должен найти ее как можно быстрее. Хорошо, а потом? Ну, потом посмотрим. Свободен. Спасибо, что согласились со мной встретиться. Таня, я очень рада нашему знакомству. И прежде всего я хочу вас поблагодарить. Вы подарили моему сыну любовь и заботу. И я очень рада, что все эти годы он жил не в детском доме, а в вашей семье. Чего вы хотите? Да ничего такого, чего бы вы не одобрили. Вы мать Лёвы, и я с этим не спорю. Но все-таки давайте внесем ясность. Пока Лёве не исполнится 18 лет, мы с мужем несем за него ответственность. И вы должны с нами считаться. Конечно, безусловно. К тому же у Лёвы сейчас очень тяжелый период. Он занимается с репетитором, мы готовимся к экзаменам. Таня, если что, я могу помочь деньгами. Мы справляемся. Я могу видеться с Львом? Ну, конечно, вы можете общаться. Только я всегда должна знать, где находится мой сын. Вы мне должны сообщить свой адрес и адрес других мест, где вы можете с ним встречаться. Да, конечно, так и будет. Я вижу, вы очень порядочный и честный человек. Откуда вам знать? По жизни научилась разбираться в людях. Таня, расскажите мне о Лёве. Чем он интересуется? Куда ездил? Что видел? Какие книги читает? Какие прививки вы ему делали? Мне все очень интересно. Простите, я опаздываю на работу. Хорошо. Ну, вы же понимаете. А, кстати, вы кто по профессии? А я никогда не работала. У меня просто был очень состоятельный муж, и как-то не довелось. А теперь я вдова. В общем,
Не смею вас больше задерживать. Хорошего дня. До свидания. Ну и как она тебе? Даже не знаю. Вела себя прилично. Ни на чем не настаивала. Со мной соглашалась. Но она не так проста, как хочет показаться. Нарисовалась. Тоже мне мамаша. Но ты с ней не расслабляйся и к дому не подпускай. Расслабишься тут. Вообще, знаешь, у меня такое впечатление, что в последнее время мне все врут. Или чего-то не договаривают. Как-то все. Ну, не ты, конечно. Но вот Мишка темнеет. Ну вот сегодня. Отменил прием после обеда. Спрашиваю, куда? Говорит, к врачу, спина болит. Но я-то знаю, как его скручивает от радикулита. Тут что-то не то. Я-то же подумала. Может, у него кто-то есть? Серьезно? Подруга, ты прям паранойя какая-то. Ты же сама говорила, что он в спортзал записался. Вот, может быть, и потянул там себе мышцы. А тебе черти что кажется сразу. Может, ты права. Ладно, я пойду. Иван Федорович просил ассистировать при операции. Угу. Из гостиницы съехала ночью, раньше срока. Ищи. Из-под земли ее достань. Слушаюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Выползай из норки, любимая. Годовщину лет 5 назад. Вот, садись. Нельзя же есть ее раз в 5 лет, поэтому я исправляюсь. Сейчас. Это очень хорошо, Миша. А еще? Я решил подарить тебе платье. Так, а вот теперь мне реально стало страшно. А ты не бойся. Ну что, мне одежду никогда в жизни не дарил. У тебя какой размерчик? Ну, 42-44. Какой-какой? Ну, эмочка. Так. Бог ты мой, ну что, дизайнерская. Да я такого никогда даже в руках не держала. Сколько она стоит? Какая разница? Ты мне достойна сама. Почему ты из отеля съехала? Захотелось домашнего уюта. Нравится квартирка? Ну, зачетная, конечно. Вот на полгодика сняла, а там посмотрим, что дальше будет. Ты, кстати, можешь себе любую комнату выбрать. Буду тебя ждать. Ну, я пока не готов съезжать от родителей. Понимаю. Тебе надо время. Будет шампанское? Не, водички. Как вы с Таней поговорили? Да нормально. В принципе, она мне понравилась. Добрая, но не из робкого десятка. Чем будем заниматься? Ну, у меня завтра экзамен, и мне готовиться надо, поэтому. Хочешь, с директором поговорю? Не надо, я сам эту проблему решу. Ответ не мальчика, а мужа.
Молодец, горжусь. Петрова Ирина на 10:45 записала. Привет. Обалдеть. О, простите, это не вам, я записала вас уже. Миша подарил. Что за повод? Просто так? Просто так никогда ничего не бывает. Ой, ладно, ты меня раскусила. Причина есть. Здрасте. Сказал, что очень меня любит. Я рада за тебя. Лидия сама такая счастливая. Львенок взялся за ум. Мишка меня балует. Ну, прям все наладилось. Но мне кажется, это прям как у Веры Литвиновой. В смысле, как у Веры? Ну, помнишь меня, да, год назад работала? Да. Ну, так вот, ее муж тоже подарками забрасывал, в Италию на море вывез, все ее капризы исполнял. А домой вернулись, и нате, здрасте, Верунчик, прости, полюбил другую. Да, и оказалось, это для нее прощальные каникулы. А она даже не догадывалась. Жесть какая. Я не знала. Даже не знаю, ну что-то вспомнилось. Алло, здравствуйте, стоматологический центр Дента. А что вам нужно? Чистка зубов, да? Лид. Здравствуйте. Привет. Познакомься. Мой жених Юрик. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди, иди, я коробки посторожу. Ну как он? Симпатичный. А не боитесь за такого молодого замуж выходить? А мне теперь ничего не страшно. Средство у меня есть, проверенное. Ты думаешь, чего он в меня влюбился? Я его приворожила. Чего? Ведунью мне одну посоветовали, сильная. Я к ней пришла, рубашку его принесла, ну и ритуал сделала. А через 3 дня он ко мне прибегает и говорит, люблю, не могу, давай поженимся. А до этого и намека не было. Не верю во все такое. Да, я вру. А на самом деле он от моей красоты неземной с ума сошел. Ну ладно, пойду, я опаздываю. Лид, ты коробку захвати, но все равно, что ты пустыми руками идешь. Хорошо. Подайте, пожалуйста. Спасибо. Ты адресочек дай, пожалуйста. СМС-кой пришлю. Спасибо. Семья, нас ждут великие дела. Привет. Привет. Завтра мы все вместе дружно едем на природу, потому что папка забронировал целый дом. Ух ты. Да. И что мы там будем делать по такому холоду? А по такому холоду мы будем греться в бане, жарить шашлыки, варить уху на свежем воздухе. Околеем мы на твоем свежем воздухе. Как говорится, у природы нет плохой погоды, есть неправильный настрой. Поэтому оденемся потеплее, и у всех все будет хорошо, правильно? Да. Я 100 лет уху не ела. Класс! Мы еще и будем ловить рыбу. Просто вау! Ну, рыбу можно и в магазине купить. Угу. Там хоть Wi-Fi ловит? Лёва, ну, сыночка, ну что ты в самом деле? Ну, это же приключение. Как в этих твоих компьютерных играх. Пойду планшет заряжу. Если что, вставать завтра не рано, в 12 выезжаем. Привет, как дела? Привет. Еду завтра с предками на турбазу. Круто. Повидаемся перед отъездом? Вряд ли. Мы в 12 выезжаем, и мне еще собираться надо. Короче, сорян. Ну ладно, пока. Пока. Мочек? Я сам. Чего ты столько набрала, скажи? Ну, мало ли что-то может пригодиться. А это что такое? Аптечка. Ты прикалываешься, что ли, Таня? Рюкзак лекарств? Ну, там самое необходимое. Жаропонижающее, обезболивающее, сорбенты. Слабительное взяла? Слабительное. Молодец. Привет, туристы. Принимайте технику. Кто это? С
Знакомься, это мама Лёва. Круто. Японский? Ага. 5 передач, полный привод. Бездорожье нипочём. Какая максимальная? 70. Вот это вещь. Ну, здрасте. Здрасте. Зачем вы это делаете? Вы хотите показать, что вы круче? Хотите купить его? Не, ну стоп. Я с миром пришла, и подарок от всей души. Но мы не можем его принять. Спасибо, конечно, но это слишком дорого. Ну, камон, родители, посмотрите на сына своего, как он радуется. Просто возьмите и не злитесь. Вот, техпаспорт. Там чек внутри. Дело в том, что мы сами в состоянии купить все, что захочет наш сын. Да что вы. Угу. Вы на чек посмотрите. Знаете, квадроциклы очень опасный вид транспорта. Тем более для 15-летнего ребенка. Защита в багажнике. Лёва, давай слезай оттуда. Ну что, поехали за город? Это будут лучшие выходные. Миш, давай прицеп крепить. Сынок, это очень дорогой подарок. В смысле? Ну, к тому же для него нужны права. У тебя есть права? Это же мой подарок. Можно я буду сам решать, оставлять мне его или нет? Короче так, В общем, я допустила ошибку. Я с вами не посоветовалась, и я обещаю, что впредь больше таких сюрпризов не будет. Просто давайте дружить. Ну, ладно, мы его оставим. Только, Лёва, пообещай, что ты за руль не сядешь, и катать тебя буду я. Да, да, хорошо, поехали. Чего ключи? Ты и с нами поедешь? Таня, ребёнок. Мне дела. Хорошего дня. Участников автопробега по бездорожью. Чё так долго-то? Застряли. Застряли они. Давайте быстрее. Чё так машину свою не водишь? Скажешь тоже. В городе знаки, а тут их нет. Не знал, что такая крутая. Кто, мама? Реально огонь. Плохого не держим. Слышал? Я огонь. Хочется, конечно, проинспектировать очаги возгорания прямо сейчас, но не могу. У меня рыба. Дед учил варить. А он тебя учил очень долго варить? А то мы можем в голодный обморок рухнуть от таких ароматов. Ну все, все, все. Последний штрих. Смотри. Оба-на! Давай тарелки. Ребенок, тарелки. Так. Оп. В очередь. Так. Мне луковичку, отлично. Держи. Ого, какая рыбина. Так. И себе. Оп. Мишка, мы тебя ждем. Иду. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Ну как? Миш, да ты прям фуди. Кто? Ну это сленг такой. То есть гурман. От английского food. Комплимент, между прочим. Да, Егор Кузьмич знал толпухе. Да он вообще таким человеком был, твой прадед. На крыше товарного поезда в город приехал. В одних рваных сапогах и с одной буханкой хлеба в котомке. Ага. Что это такое? Ну, котомка, сумку так раньше называли, обычная. Закончил вечернюю школу, устроился на танковый завод рабочим, дослужился до начальника цеха. Такие люди раньше были, да. Интересно, кем был мой настоящий прадед? Ну, это... Музыку нам включи какую-нибудь. Ты же что-то любишь там? Клауд рэп. Чего?
Ну, с английского переводится как облачный рэп. Но трил рэйв по-другому. В Америке сейчас очень популярно. У них сэмплы крутые. Но они читают так, чтобы... Хочешь, котик? Пить хочешь? Садись. Не шуми только, видишь, маленький спит. Печеньку хочешь? Они такие милые, когда спят. Эти капризы. Что, простите? Обожаю, говорю, детей. Но когда капризничают, прям не знаю, что делать. А вас кто? Сын. Сколько ему? 15. Маленьком сколько? У меня только один сын. Пойдем, мой хороший. Нам уже пора. Аня сказала, что это очень хорошая гимназия. Дочь ее подруги там училась, потом поступила в американский университет. Представляешь? Сереж. Ну да, значит, туда и пойдем. Когда у них открывается запись? В апреле. Но ты не уверен, да? Не переживай, там действительно все на лучшем уровне. Я узнавала. Успокойся, об этом не думай. Для Марики мне ничего не жалко. Кстати, где она? Маш! Марика! Извините, Марика! Вы не видели девочку тут лет 7 в красной шапочке с помпоном? Нет. А, мужик, не видел девочку в желтой шубке? Шапки красные. Нет, не видел. Ну что? Ничего. Сережа, сделай что-нибудь. Алло. Она похитила мою дочь. Да. Как похитила? Кто? Стоп, отбой, все. Все, отбой. Как ты меня напугала. Маша, где ты была? Там тетя с собачкой. Мы с ними играли. Господи, как ты меня напугала. Ты же чуть с ума не сошла. Маша, пообещай мне, что ты больше никогда не будешь уходить без спроса. Обещай. Хорошо, мамочка. Я тебе пообещаю. И тебе, папочка. Фу, все. Пошли. Пошли домой. Попугала нас. Дому 15 лет. Площадь участка 30 соток, а дома 500 квадратов. Да, мы читали ваше объявление. Мы с сыном хотим посмотреть дом сами. Вы же не против? Да, конечно, без проблем. Если что, я вас здесь жду. Вот здесь мы прожили 3 года. И сюда принесли тебя после роддома. Идем. Это вот любимая комната твоего отца. Расскажи мне про Мирона. Про отца. К нему на поклон ходили очень серьезные люди. Он был очень сильным человеком. Таких больше нет. И кто его убил? Сергей Будко, его партнер. Видимо, захотел все отобрать. Ну, собственно, весь его бизнес у Будко и оказался. Что это получается? Мирон умер, а Сергей живет, как ни в чем не бывало, на воле? Да. Я 12 лет за него просидела.
это вообще несправедливо. Нужно доказать, что он виновен, и посадить его. Отомстим. А как? Позже решу. Ты что, мой велик? Да. На Новый год тебе подарили. На наш последний Новый год. Отец тебя очень сильно любил. Львенком называл. Хотел, чтобы ты вырос настоящим львом, как он. Я не подведу тебя. И отца тоже. Хочешь, съездим на его могилу? Да. Поехали. Думаешь, все так серьезно? Собирайся. Вылет через 3 часа. Так может, ты поедешь с нами? Я должен решить эту проблему. Мне страшно, не хочу тебя одного оставлять. Я заказал вам отличный отель. Карточку пополнил. В общем, вас встретит водитель. Отлично отдохнете. А это что? Это пускай будет у тебя. Катюш, ну, не волнуйся. Все будет хорошо. Я не имею права вами рисковать. Ходим. Пришла к тебе и сына твоего привела. Попалась. Алло, Петр Николаевич, мы ее засекли. Установить круглосуточное наблюдение, глаз с нее не спускать. Я хочу знать, что она задумала. Угу. Принято. Извините, я, видимо, ошиблась. Вижу. Я уже ухожу. Вижу, любишь ты да безответно. Да? А, вы та самая Анастасия. А что, думала, я старая бабка? Ну, не совсем. А вообще-то да. Ну, рассказывай, с чем пожаловала. Понимаете, есть один мужчина, и вроде бы он ко мне тоже неравнодушен. В общем, у нас уже было, и я хочу, чтобы он ушел из семьи. Свое счастье на несчастье других не построишь, слыхала? Да. Зря я пришла. Руку дай. Правую, левую? Давай левую. Да. Не просто тут у тебя все. Угу. Диагностика нужна. В смысле? Прямую. Линия неоднозначная тебе. Нужно убедиться, что он не любит свою жену, что их держит только долг, обязательства. Развод такой семьи, понимаешь ли, позволяет освободиться и дает шанс встретить новое, построить более светлые отношения. Ну вот я и тоже так думаю. Отлично. Диагностика $50, а приворот 200. Хорошо, конечно, я заплачу. А это вам? В смысле, это его? Этот человек послан тебе судьбой. Ну?
доставили твою хламидию. Да, Миш, это ханидорея. Какая разница? Она, кстати, людей не пожирает? Нет, не пожирает. Зато она ест пыль. Да? И очищает воздух, да. И насыщает его кислородом. Вот я чувствую, мне кислорода не хватает. Дура такая, я на девятый этаж тащил, потому что там умник какой-то в лифте застрял, ага. Ты мой принц. Ага. И утку мне приготовил. Да. И платье красивое подарил. Да. Еще цветок купила, о котором я целый год мечтала. Видишь? Ну все. Иди, тебя поцелую прямо сейчас. Давай, приступай к своим непосредственным обязанностям. Миша, это тебе так благодарна. Да ладно, что ее дотащить-то, господи. Да нет. Спасибо тебе за выходные. Так здорово было, правда? Львенок стал вот, ну, как раньше. А еще я кое-что поняла. Что ж ты поняла? Я поняла, как сильно я тебя люблю. Да, и, кстати, о моих непосредственных обязанностях. Так. Лёва сказал, что будет не раньше 11, так что можно приступить прямо сейчас. Да? Угу. Оп. Ну, подумаешь. Ну, с кем не бывает. Со мной не бывает. Ну, просто у нас у всех сейчас очень непростая ситуация. Ну, стресс, волнение. Тут Львенка в школе, вот это вот все. Вероника нарисовалась. Ну, естественно, что... Это не естественно, это противоестественно. Называется. Кидануть нас решил? Думаешь, на лохов нарвался? Да пацаны, вы чё? Я вообще не виноват. А кто виноват? Может быть, я или Колян? Ну, заказчик мудак оказался. Я в чем виноват? Не съезжай. Не мы с ним договаривались. Умник. Все, харе! Чтобы завтра деньги были. Понял? А ну покажи. Иди сюда. Голова болит? Нет? Нигде не болит, все нормально. Миша, иди сюда. Что случилось? Вот, пожалуйста. У меня проблема. Проблема. Что-то давно я не слышал этого слова. Соскучился даже. Ну, рассказывай. Мне нужно 100 тысяч. Что? Я взял заказ сделать сайт. Заказчик меня кинул. Теперь айтишники меня прессуют. Чего ты взял заказ? У тебя мозги есть вообще? Ни фирмы, ни договора. Да тебя кинуть проще, чем у ребенка конфету отобрать. Тебе мозг мало было, бизнесмен. Ну, вообще-то, Лёва, папа прав. Тебе 15 лет, ты не можешь еще бизнесом заниматься. Могу. Да? Может, ты можешь еще долги отдавать? Или только в дерьмо вляпываться и нас с матерью вляпывать? Миш, не кричи, пожалуйста. Лёва, ты должен сначала получить образование. Набраться опыта, а потом уже свое дело открывать. Какого опыта, Тань? У него мозгов не хватит, ему опыт не поможет. У него на лбу написано, что он неудачник. Все, что он делает, все через задницу. Да пошли вы оба! Лёва! Лёва, стой! Ну, ты доволен, да? Мы только-только с ним наладили отношения. А ты раз, и все разрушил. Я разрушил? Ты ничего не путаешь, Таня, а? Это, по-моему, он влип. Чего ты на меня всех собак-то вешаешь? Ну, кто-то из вас должен быть умнее. Я как-то наивно рассчитывала, что ты. А, я дурак оказался. Такой дебил у тебя муж. Извини, скоро все лучше будет. Что? Ничего. Ты куда? Ты... Миша!
Миша взбесился, Таня включила мораль. Все как всегда. У меня проблемы, а они мне про учебу с образованием. Ну вот зачем? Будь легче. Это бизнес. Где-то прогоришь, где-то наваришься. Так всегда. Но они этого не понимают. Зато я понимаю. Заплатишь ребятам. Спасибо. Слушай, а можно я тебя приночу? Ну, что за вопрос, конечно. Что они достали-то, а? Опа. Все? Они считают, что они одни умные, я один все через жопу делаю. Нет, ты все правильно делаешь. А Танька считает, что я сына терроризирую. Это он вас терроризирует. Ты одна меня понимаешь. Миш, я люблю тебя. Они вообще ничего не понимают. А может, вам расстаться? Но раз вместе ничего не получается. Я знаю, что тебя держит с ней только чувство долга. Миш, я люблю тебя. Конечно, развод — это очень тяжело, но такой развод освобождает людей и дает им шанс на новые светлые отношения. Анастасия, здравствуйте. У меня получилось. Он у меня. Что дальше делать? Да. Сынок, ты почему всю ночь трубку не брал? Ты где? У Вероники. Сыночка, мы погорячились. Прошу тебя, возвращайся домой. Мы все обсудим, спокойно, без ссор. Нет, Таня, я здесь еще немного поживу. Левушка, ну что ты такое говоришь? Здесь твой дом, мы тебя любим. Не злись на нас. Я тебя очень прошу. Возвращайся. Так, ладно, все, давай, пока я тебе позвоню. Слушай, дома вообще ничего нет. Даже яиц. А вся французская знать на завтрак предпочитает яйца пашот. Пошли в ресторан. Пошли. Здрасте. Вы кому? К вам. Че, сразу два таких принца? Даже не знаю, кто больше нравится. Ну, давайте знакомиться, я Вероника. Стоять! Стоять! Даже не думаю. Ты что, Серна, думаешь, самая умная, да? С нами поедешь. Куда? Сказочное королевство? Да нашутилась еще. Сергей Игоревич хочет с тобой пообщаться. Поехали. Что здесь происходит? Щенка берем? Давай. Не трогай ребенка! Козлы! Уволвы! Стойте! Отпустите его! Стойте! Я звоню в полицию! Алло, полиция! Вы слышите меня? Моего сына похитили! Да, черный джип! Номера Ева, Николай! Шарит, что мы его не это, да на рыбалку везем. Надеюсь, говорю, спасибо. Так бы еще жил и жил.
Молодец. Эй, алло, не пачкай мне тут. Слышь ты, дрянь, еще раз так сделаешь, я тебя прямо здесь придушу, понятно? Сними ей скотч, пусть скажет. У меня деньги есть, я могу заплатить. Сколько? 50? 100? 100 каждому. Заткни меня, блядь. Черт. Мусора. Черт. Давай, давай, без палева, тихо поехали. Может, не за нами. Сверни здесь направо. Черт. Таки за нами. Автомобиль 1-4-9-4, приказываю остановиться. Автомобиль 1-4-9-4, приказываю к обочине. Автомобиль 1-4-9-4, к обочине. Внимание всем постам. Преследуем черный внедорожник. Номера. Егор Николай, 1-4-9-4. Движемся в сторону трассы М3. Миша, возьми трубку. Быстро уходим! Я на автомобиле! Опа! Трупы, что ли, выкинут? Да бодрорезвые для трупов. Кого ведем, машину или трупы? Так они за машиной, эти далеко не уйдут. Надо снять эти хрени с рук. Помоги. Ай, твою мать. Так. Кто это? Чего они хотят? Люди Будко. Они хотели нас убить? Слушай, ребенок, там все серьезно. Либо они нас, либо мы их. Боже, как пить хочется. За бутылку воды полцарства. Мам, я убью его. Слышишь? Я уничтожу его. Все, Саня, угомонись. Уйдут они как пить дать, не рви тачку. Да еще не факт. Закипим сейчас, вообще без машины останешься. Капитан Кириленко, слушаю. Ты внимательно посмотрел? Ясно. Да нет, ушли. Ну что значит почему? Эти что, волшебник, самолет на велике догонять? По номерам что сказали? Ничего. Левые они, нет их в базе. Алло. Слушай, нужен номер, с которого поступил вызов. Да, ну я тебя прошу, успокойся, я найду его. А где ты был? Я тебе звонила раз 10, ты не брал трубку. Потому что телефон на беззвучном режиме был. В баре, бухал. Прекрасно. Прекрасно. А если это сама Вероника все подстроила? Инсценировала это похищение? И мы больше никогда не увидим нашего сына. Тань, пожалуйста, я тебя прошу, прекрати накручивать. Я открою. Вернулся. Позвонить не судьба? Боже мой. Сынка, сыночка. Да, все нормально. Сынка, сыночка. Миш, есть наличка? Надо такси отпустить внизу. Ты цел? Чего они тебя хотели, а? Все хорошо. Дала. А, да, это я звонила. Но уже все в порядке. Он нашелся только что. Поняла? Да, в 10. Хорошо, речная 12. Нас Лёва вызывает в полицию. Прекрасно. Так, успокойтесь, я скажу, что говорить. Правду, в полиции правду мы будем говорить. Миш, идите оплатить такси, пожалуйста. Я знаю, что мне делать, хорошо? Таня, ты должна сказать нужное, поняла? Это ради Льва и его безопасности.
Сергей Игоревич, я оправдываться не привык, но вины я из себя не снимаю. Почему вы ее отпустили? Менты объявили план перехват. На М3 нас бы точно повязали. Там 5 постов плюс отбойники, так что... Ты думаешь, этот мальчишка ее сын? Ну, утверждать точно не могу, но похоже на то. А, да. Еще она нам бабло предлагала. Правда? И много? 100 кусков каждому. Угу. 100 тысяч долларов получается. И что ты сказал? Нет, конечно. Молодец, Фома. Сдержался. Ты к тому же блефовал, она нет у нее таких денег. А у меня есть. Сергей Игоревич, я думаю, на этот раз денег не надо. Мы облажались. Что ты, не стесняйся, бери. Тем более тебе на первое время будет нужно. Ты уволен. Свободен. Предупредить, что вместо меня завтра Семенова выходит. Господи, какая разница, кто мне ассистировать завтра будет? Вот как? Спасибо. Ну, прости, Тань, ляпнул. Ты знаешь, что ты у меня единственная неповторимая и в горе, и в радости, ну, там... Слушай, Миш, ты же знаешь, я совсем врать не умею. А Вероника просит, чтобы я не говорила в полиции, что она мать Лёвы. Не хочет, чтобы директор детдома пострадал. Он не имел права давать наш адрес. Она не хочет, чтобы директор пострадал. С ее появлением в нашей жизни черт знает, что начало происходить. Ну ладно. Не хочешь есть? Иди спать. Ты насчет полиции завтра вот что. Говори правду. Все равно всплывет, потом не отмоешься. Это кому-то не спится. Сейчас посмотрим. Семенова. Спрашивает фамилию завтрашнего пациента. Я не буду ей отвечать. Я сплю. Все. Угу. Давай, иди спать, я посуду помою. Ну, придумаешь тоже. У тебя операция сложная. Иди отдыхай. Мне все равно не уснуть. Не засиживайся. Хорошо. Неожиданная просьба, Вероника Васильевна. Я не знаю, что и думать. Сиплый, не напрягайся. Мне пистолет нужен исключительно в мирных целях. Вы сами-то понимаете, как это звучит. Послушай, у тебя дети есть? Да. Дочка. Анжелика. Недавно 5 лет отпраздновали. Можно сказать, первый юбилей. Поздравляю. Вот представь, что она в большой опасности. Я уже однажды сына своего теряла. Больше не хочу. Я понял.
Есть у меня один человечек, я поинтересуюсь. Приходи завтра в 10 с деньгами. Приходите, Вероника Васильевна. Извиняюсь, Вероника Васильевна. Вот и отлично. До завтра. Анжелке привет. Лёва, Лев, сделал сайт для его фирмы. Они там сантехникой торгуют и вообще не пойми чем. Видимо, этот Шевчук хотел сэкономить. Вот и нанял молодых ребят. А когда пришло время расплачиваться, он отказался. И Льву самому пришлось улаживать вопросы с программистом. Угу. И как же ты уладил? Он одолжил денег у моей знакомой Вероники. А потом мы ей, конечно, вернем. То есть у родителей просить не стал? Отца испугался. Да и денег у них таких нет. Я заработаю, все отдам. А вот вы утверждаете, что Льва и Веронику выкрали люди Шевчука. А. Да, только зачем ему это? С программистами вроде как ты расплатился. Что-то здесь не сходится, вам не кажется? Шевчук припугнуть нас хотел. Я угрожал ему. Хотел заявление в полицию писать. Вот он нанял этих бандитов. Скажите, а вот это вот Вероника, кто это? Можете о ней поподробнее рассказать? Ну, это моя подруга. Хорошая подруга. Давно дружите? Да, она к нам в клинику пришла зубы лечить. Ну, года 2-3 назад. Вот с тех пор и... Все хорошо? Что-то хотите уточнить? Нет. Ну, хорошо, так и запишем. Говорите мне ее имя, фамилия, отчество. С ней мы тоже побеседуем. Записывайте. Гаврилова Вероника Васильевна. Спортсмен? Фитнес-тренер. В местном клубе работы. Хотите записаться? Хочу уложить тебя в постель, фитнес-тренер. Сколько стоит твой больничный? Да сойдемся как-то. Ну, давай. Никогда бы не подумала, что Танька тебя так будет ревновать. Это после стольких-то лет прям завистки берут. Чего? Танька ревнует, говорю. В смысле ревнует? Прямом. Вчера сплю, можно сказать, десятый сон вижу. Тут Делин. Сообщение приходит. А у меня же мама сейчас в больнице, и я думаю, ну точно что-то случилось. Галь, ты фиксатор положи мне сюда, мне просто так удобнее будет, чтобы сразу под руками был. Хорошо. Ну? Тебе Танька написала? Что написала? Ну и написала мне все, как на духу. Имя, фамилию пациента, диагноз. Ну ты вообще понимаешь, что она тебя не только как мужа ревнует, но и как врача. Это же ревность в квадрате. Галя, зачем ты скальпель туда кладешь? Я всегда так делаю. Понятно. Давай просто помолчим. Ладно, у нас операция через 10 минут. Да ради бога. Извините. Чего ты скальпели переводишь, Галька? У нас этих скальпелей, Миша, не надо жадничать. Одеваемся. Прям такой нервный. Как хорошо, что я с тобой последний день работаю. Ты что, скучать по мне будешь? Ага. Зови анестезиолога. Все, я сам. Может, и пациента позвать? Очень смешно. Миша, Миша. Обхохочешься прям, Галь. Привет. А чего это так рановато отпустили? Как все прошло? Нормально. Тебе тоже собираются вызывать. Угу. Кто это у тебя? Слушай, я такая голодная, не мог бы ты мне пиццу заказать? Вот прямо вот с ума сойти. Данил. Это вообще кто? Фитнесмен. Слышь, иди в свою комнату, я сама закажу.
Слушай, ну я взяла комнату там, где балкон. Если тебе хочется поменяться, то без проблем. Давай вот туда налево. Ну что, малыш, поиграем? А, вот. Что-то я недолго. Вовремя начали? Да вот-вот должны закончить. А ты вообще где была? Что-то случилось? Да так, с Левой по делам ходили. Опять что-то натворил? Ну почему сразу натворил? Ну потому что ты с работы отпрашиваешься только тогда, когда тебя в школу вызывают. Лида, я тебя очень люблю. Ну сейчас помолчи, пожалуйста, хорошо? Николай Петрович, здравствуйте. Танечка, приветствую. Ну как вы? Как самочувствие? Отлично поспал. Ваш муж гений. Не преувеличивайте. 3 часа ничего не есть, пить только водичку маленькими глоточками. Понял, спасибо. Всего хорошего. До свидания. Галь, привет. Привет, Танечка. Ну, как все прошло? У мужа своего драгоценного спроси. Так, ну что, переодевайся, пойдем, поедим. Давай, давай, пойдем. Понятно, выкрутились. Тем уродом лишь бы не работать. Копию постановления в прокуратуру уже отправили. Результаты медэкспертизы я видел, там не подкопаешься. В общем, хвосты подчищают, это они умеют, конечно. Ну, а ты говорил с директором. Они проверяли волонтеров. Они пускают к старикам, кого попало. Проверяли, и камеры видеонаблюдения там тоже чисто. Никто из персонала не опознал Веронику Гаврилову по фотографии. Понятно. Зачем такие проблемы? Это она мне мстит. Это она подбрасывает мне эту хрень. Ее, к сожалению, нельзя приобщить к делу. Сергей Игоревич, мы можем принять свои меры. Какие, например? Можем усилить охрану офиса, других стратегических объектов. Хорошо, хорошо, я подумаю. Иди и будь на связи. Таня никогда не разрешала пиццу. Задолбался своими супами. В Америке их давно уже никто не ест. Она не проболталась? Не, она сказала, что ее подруга. Слушай, я не понимаю, почему мы не можем рассказать полиции всю правду? Какую правду? Что это мой сын? Too much information. Не отстанут от меня. Нет, правду, что убийца Сергей и что нам угрожает. Слушай. Если Сергея посадят, то я не верну ни свое время, ни свои деньги. Он украл у меня 12 лет жизни, и мне нужна компенсация. Вот, так что мы скоро станем с тобой миллионерами. Зачем? Тебе же так полно денег. Они имеют свойство заканчиваться. Состояние твоего отца составляет десятки миллионов. Ну, ты можешь ни дня не работать в своей жизни. Если я хочу работать? То ты все равно наследный принц. И теперь всю жизнь на троне сидеть? Лев, что за глупость? Все. Поехали к адвокатам. Берем быка за рога. Как прошла операция? В принципе, ничего, только я Семенова чуть не убил. Это кошмар какой-то. Признаю, ты у меня самый золотой ассистент. Все-таки это очень важно, с кем живешь, с кем работаешь. Жалко, что мы так редко об этом вспоминаем. За тебя. Спасибо, Миша. Слушай, мы так давно с тобой никуда не выбирались. А может, когда все это закончится, махнем куда-нибудь к морю? Конечно, махнем. Чего же не махнуть? С Круэллой только с этой разберемся и махнем. Это ты про Веронику? Ну, а про кого еще? Слушай, тебе не показалось, что Лёва ее любит? Все-таки родная мать. Но это так все сложно. Да не накручивай. У нас пациент через 20 минут. А, счет, будьте добры. Итак, что мы имеем? Вы утверждаете, что Лев Михайлович Кравчук ваш сын. И что он является единственным наследником вашего покойного супруга. Да. И что Сергей Будко упрятал Льва в детский дом с целью завладеть всем наследуемым имуществом. Все верно. Нужно пойти в суд и забрать его наследство. Видите ли, Вероника Васильевна, все не так просто.
В этом деле имеется несколько фактов, которые нужно доказать. Например? Прежде всего, необходимо установить отцовство. Вашего ребенка усыновили совершенно чужие люди. У него другая фамилия, другое отчество. Откуда мы знаем, что Олив — это тот самый наследник огромного состояния? Я могу подтвердить. Этого недостаточно. Вы отсидели срок за убийство мужа, и вас признали недостойным наследником. Я не убивала мужа. Это Будко. Разумеется. И если хотите, мы попытаемся это доказать. Будко отправим в тюрьму, а с вас снимем судимость и восстановим в правах на наследство. И как установить факт отцовства? Самый верный способ — это генетическая экспертиза. Придется получить разрешение на эксгумацию тела. Ваши родители в курсе происходящего? Вы несовершеннолетние, они должны представлять ваши интересы как законные опекуны. Нет. Я не хочу, чтобы они об этом знали. По крайней мере, сейчас. Они простые люди и достаточно много за меня понервничали. В общем, их не вмешивать. Это мои условия. Хорошо. Мы подумаем, что можно будет сделать по данному вопросу. Для начала какое-то время Лев Кравчук не будет являться активным субъектом процесса. Но это еще один кейс. И оплачиваться он будет отдельно. Короче, я поняла. Вы все тут очень умные и в дорогих костюмах. Давайте ближе к делу. Сколько? Так сходу не сказать. Для того, чтобы мы начали заниматься вашим вопросом, вам необходимо внести аванс. Приступайте. Нам пора. Всего доброго. До свидания. Татьяна Сергеевна даст вам таблеточку. Если будет болеть, вечером выйдите. Так быстро, спасибо вам большое. Я так боялась, а оказывается, это совсем не больно. Вы мой герой сегодня, Михаил Владимирович. Вместе с Татьяной Сергеевной. Да, конечно. Вы очень красивая пара. Спасибо. А супругу привет. До свидания. Угу. До свидания. Кофе не разрешает. Говорит, нервная система подростков и так сильно напряжена. Да ерунда какая. А чё хмурый такой? Голодный, что ли? Нам нужно серьезно поговорить. Ну хорошо, малыш. Только недолго. Во-первых, я не малыш. А во-вторых, я хочу знать всю правду. Пока я ее не узнаю, я отсюда никуда не поеду. Окей, малыш. Прости, я... Кто убийца? Ты или Будко? Будко отравил твоего отца, меня подставил. В тот день с твоим отцом мы были вместе. Почему ты не хочешь посадить его, как и адвокаты предлагали? Потому что у меня нет доказательств. У него есть алиби, куча связей. Он сильнее. Пока сильнее. Ты точно моя мать? Да, Лев, я тебя родила. Но когда меня арестовали, меня лишили родительских прав. Сергей постарался.
Потом он подписал договор доверительного управления имуществом. И он дальний родственник Мирона и претендовал на 10% всех акций. Но ему нужно было больше, а ты ему мешал. Не было 4? 3,5. Тебя оставили на дороге возле Троицкого детдома. Вот такую красивую махинацию провернул Сергей. И по документам тебя признали погибшим. Так он тебя похоронил. И присвоил твою долю себе. Ну, а родственники? У отца должны были быть родственники. Ну, только Сергей. Родители умерли. Был еще двоюродный брат, но его вместе с женой застрелили еще в 90-е. Как ты меня нашла? Ко мне в тюрьму Гена приехал. Это его водитель и верный пес. Все рассказал. Его тоже убили? Нет. Он сгорел от рака. За полгода. А мне рассказал, видимо, не хотел с таким грехом уходить в мир иной. Получается, я Гаврилов Лев Миронович? Да. А я твоя непутевая мать. Теперь ты мне веришь? Прости. Собирайся, поехали. Тренировка состоит из следующих приемов. Заряжание, прицеливание, выстрел, смена магазина, передвижение с оружием. Никогда не направляй. Команды «Огонь» не было. Покиньте стрелковую зону. Без проблем. А ты оставайся. Этот зануд тебя научит. Да. Привет, Миш. Слушай, мне плохо, ты... Мог бы мне привезти таблетки? Давление 140/90. Ты скорую вызывала? Пожалуйста, скорую не надо. Я тебя как друга прошу. Как доктора. Привези таблетки и все. Хорошо. Твою мать, а? Дело, Петрович позвонил, в общем, он там что-то накопал на Веронику. В общем, я сейчас к нему, потом сразу домой. Продукты купил, люблю, целую. Хорошо, тогда пирожки будут с картошкой. Сан Саныч хороший инструктор. Дед так стрелять научился. Твой отец очень любил это дело. Часто брал меня с собой на тренировки. Думал, что пригодится. Времена тогда были непростые, так сказать. Тебе понравилось? Да, круто. Мам, мне к друзьям надо, они меня совсем потеряли, обижаются. Ты езжай, я позже буду. Ну, да, без проблем. Слушай, тебе деньги, наверное, нужны. Ты не ужинал? Вот, возьми. Спасибо, что пришел. Фух. Как ты? Что-то голова жутко разболелась после работы. Ой, видимо, перенервничала. Так. На, одну под язык, больше не надо. Спасибо.
Спасибо, ты такой заботливый. А, ты, наверное, тоже голодный. Давай я быстренько приготовлю что-нибудь на скорую руку. Так. Ой, я люблю этот сыр. Откуда ты знаешь? Так. И это. И... Какая же я дура. Лив, ты должна меня понять, я не могу своих бросить. Ты Леву хотел в детдом сдать. Я не хотел Леву в детдом отдать, не перекручивай. Он мой сын, и я его люблю. И жену тоже любишь? И жену тоже люблю. А тогда что это было между нами? Не имеет значения это больше. И не повторится. Короче, все с тобой понятно. Встрескался ты. Да иди ты. Девчонка красивая просто. Кстати, видел с тебя голые фотки? В смысле? Глянь, глянь. Она их сама выложила. Прикинь. У нее с предками не лады. Это типа про детство такой. Ну, как тебе? Жесть. Здорово. Привет. Здорово. Слушай, я не понял, она что, под кайф? Ну. В каком-то смысле, да. В смысле? Ты что такой нервный? Куда сам пропал, 100 лет тебя не видел? Так он теперь мажор. У него мать крутая нарисовалась. Ну почему? Кому-то все, а кому-то ничего. Слышишь, еще одно слово, и что? Завалишь меня из своего золотого пистолета, да? Ты же теперь стрелять умеешь. Да иди ты. Слышь, ты что я сказал? Да ничего такого, чисто секс предложил, ты ничего вообще? Личного. Стой, стой, стой! Ты чё, больной? Успокойся. Запасливый. Вставай. Вставай. Здрасте. А где Вероника? Сказала, будет утром. А вы кто? Ой, твоя ночная няня. Ну, как вы сюда попали? Ну как? Твоя мама меня пригласила за тобой присмотреть. Она у тебя классная. Даже не спросишь, как меня зовут? А, как зовут? Кристина. Можно просто Крис. И что делать будем? В принципе, можно все что угодно, кроме поцелуев и боли. У меня низкий болевой порог. А, я понял. Сейчас, секундочку, я приду. Ты куда? Сказал, что все купил. Забыл в автобусе. Кому-то доброе дело сделал. Ты мне чего-то не договариваешь? Да не начинай. Но я же чувствую. Скажи мне правду. Ребенок в опасности?
Что тебе Петрович сказал? Ну, пойми, я должна знать правду. Таня Петрович мне ничего не сказал. Потому что его куда-то вызвали срочно. Он же у нас важный человек. Поговорим с ним в другой раз. Слышь, это что, Лёва пришел? Ну, что, есть варианты? Тань, Миш. Чего там так поздно? Не знаю, я тебя встречаю. Это я, вы спите? Знала бы, что ты придешь такой голодный, я бы еще пирог испекла. Твой любимый с яблоками. Я не голодный. Немножко. Ты же борщ не ел никогда, сейчас уплетаешь за обе щеки. Я просто твой борщ недооценил. Вот и все. Ты что такой серьезный, а? Что случилось? Нет. Что так поздно? Соскучился. А если честно? Эй, ты куда? Домой. Лёва, а твой дом здесь? Таня, извини, не обижайся, но это очень важно. Ну что? Ну, дождь на дворе. Все будет хорошо. Спасибо за большое. Все, давай. Будь осторожен. Угу. Должна кое-что знать. Ты что, считаешь меня шлюхой? Нет, ты что, если тебе кто-то такое скажет, сразу звони мне, я разберусь. Ладно. Ты круто танцуешь. Спасибо. Я всегда танцую, когда мне плохо. А что случилось? Да нас папа бросил. Ушел к своей студентке. О, меня отшило, а ему, значит, нужно. Заткнись! А что такого? После фоток здесь скоро очередь стоять будет. Фотографии я удалила. Просто хотела родителям насолить. Неудобно получилось. Эх, как жаль. Такая красота в стиле не пропала. Хорошо, я успел сохранить парочку. Буду любоваться. Удали. Ага, сейчас. Машка, привет, моя хорошая. О, какие у тебя розовые волосы. Па, я хочу домой. А где мама? Она рядом? Папа, ты меня слышишь? Когда мы домой вернемся? Ну, скоро, котик. Нужно немножечко подождать. А расскажи, ты в море купаешься или в бассейне? Не там, не там. Мне тут все надоело. Так, солнышко, позови, пожалуйста, маму. Привет. Здравствуй. Катя, я не понимаю, в чем дело? Что нельзя занять ребенка? Как-то его увлечь? И что у нее с волосами? Здесь все так ходят. Розовые пряди – это модно. Сереж, ты обещал все решить. Если ты хочешь от нас избавиться, ты просто так скажи. Да не говори ерунды. Я все сделаю. Я обещаю. У тебя неделя. Я купила билет, и мы возвращаемся. Лев у вас? Здрасте. Нет. Был вчера поздно вечером, ушел, сказал, что к тебе поедет. А он не доехал? А вы его отпустили?
Вы хоть понимаете, что вы наделали? Во сколько он уехал? Ну, где-то около полуночи. Ему что-то угрожает? Шевчук? Если бы так. Пока мы не узнаем всю правду, из этой квартиры никто не выйдет. А тебе она нужна, эта правда? Ну? Лев наследник огромного состояния. Жизнь ему стоит 50 миллионов долларов. И он пропал. Ну, и кто там тебя наяривает? Что так, неважно. Не ври. Ну, я же вижу, что там написано Таня. Это твоя девушка. Серьезно? Это моя мама. А? Не думаю, что маму по имени называешь. Что, не веришь? Ну ладно, смотри. Занят у него. Это Лёва. Сыночек, с тобой все в порядке, господи. Да, Тань, все хорошо. Мы в кино были. Извини, не слышали. Где ты сейчас? Я у кинотеатра с Настей. Лёвушка, я прошу тебя, едь немедленно домой. Я к Веронике собирался. Лёва, не выдумывай, возвращайся домой немедленно. Тань, я еду к Веронике с Настей, я уже пообещал. Хорошо, ладно. Только прямо сейчас. И больше не пропадай, пообещай мне. Хорошо, давай. Я люблю тебя. Все, пока. Ну, теперь веришь? За что ты с ней так? Какая разница, настоящая мама или нет? Ну, блин, она тебя воспитала, и я думаю, ей неприятно, что ты ее по имени называешь. Он сказал, что едет к вам вместе с Настей. Лично я поехала. Вероника, вы больше ничего от нас не скрываете? Выложила все как на духу. Постойте. Да. Я очень вас прошу, поговорите с Левой, пусть он возвращается домой. Ему будет небезопасно одному. Мы его сможем защитить. Окей. Я Таню не обижаю, вообще она очень хорошая. Просто она ведет себя, как будто мне 5 лет. Вот и все. Давай еще погуляем. Ну, Таня же сказала. Не важно, что Таня сказала. Погода же хорошая. Тань. Я знаешь, что думаю? Может, нам вложиться в небольшой ремонтик и продать нашу квартиру? Как это продать? Ты куда собрался? Нам надо забрать Леву, уехать и начать все с нуля. А как ты себе это представляешь? Мы что, все бросим? У нас работа, у Лёвы школа. Да работу мы новую найдем. Мы с тобой хорошие специалисты. Лёву в другую школу перейдем, это не проблема. Миш, ты можешь объяснить, в чем дело? Тань, мне Петрович звонил. Вероника врет. В общем, там все подтвердилось. Ее вина официально полностью доказана. Она действительно убила своего мужа с целью завладения его состоянием. Но она же говорила, что ее подставили. Тань, ты кому больше веришь? Уголовнице или начальнику Следственного комитета? Кошмар. Это еще не все. Что еще? Неофициальная пока информация, она засветилась еще в одном деле об убийстве. Там старушка, мать того самого Будко, она лежала в доме престарелых, резиденция Рос, в общем. Петрович сам посоветовал нам исчезнуть и раствориться. Потому что такие люди, как Вероника, они ни перед чем не останавливаются. Там слишком большая сумма на кону. Лишь мне страшно. Надо немедленно звонить Лёве, пусть он возвращается домой. Не надо никому звонить. Мы будем действовать осторожно. Не по телефону. Он придет, мы с ним поговорим и все объясним ему. Неважно. Проходите. У вас тут красиво. Просторно так. Да, только это не наша квартира, съемная. Слушай, у меня есть чай, кофе, вот торт купила. Хорошо. Да, я руки помою, а где? А вот туда за поворот. Спасибо. Накрой на стол. Слушай, Лёва,
Ты меня как-то запрости, не извини, что-то так неудобно получилось. Просто я думала, что тебе понравится. Ну, как дурацкая ситуация. Забей, проехали. Угу. А чего трубку не берешь, когда я звоню? Мы в кино были, а потом гулять ходили. Ну, ты в следующий раз, пожалуйста, бери, а то я волнуюсь. Хорошо, в следующий раз возьму. Настя, пожалуйста, присаживайтесь. О, сажайся. Такая красотка. У меня, кстати, есть такое классное на тебе платье. Хочешь, я принесу? Да не надо, спасибо. Ну, ладно. Это я так. Волосы у тебя шикарные. Спасибо. У меня есть классный мастер, и если захочешь, я могу дать телефончик, он сделает офигенную скидку. Да не надо, мне все равно времени нет. Вся в танцевальной школе. Да и все равно в дырку соберу, поэтому... Че, может, шампанское? А мы лучше чай. Ну, ладно. Что, так и сказал? Конец? Да, еще сказал, что очень жену любит, а меня нет. Тяжелый случай. Скорее всего, она к кому-то ходила. Таня? А ты думаешь, ты самая умная? Привораживаешь мужика, а жена будет сидеть и спокойно наблюдать, как он влюбляется в другую? Это бред. Таня никому не могла ходить. Вы ее не знаете. Она вся такая замечательная, правильная, хоть и всю жизнь была в тени мужа, но нет. Не верю. Ты бы видела, каких я тут чертей из этих отличниц вытаскиваю, а? Что делать? Давай поступим следующим образом. Я займусь своим делом, а ты своим. Заплатишь только за прием. Контрприворот от меня в подарок. Спасибо. Так а что от меня требуется? Ну, как что? Поговорить с Татьяной. Вы же подруги. Вот и побеседуйте по душам. Привет. Привет, Лев. Что это у нас за Армагеддон? Не Армагеддон, а генеральная уборка. Если хочешь есть, там котлеты на плите. Мама готовила. Сколько тебя знаю, генеральная уборка никогда не входила в твои планы. А концепция поменялась, потому что мы переезжаем на юг. В смысле? В прямом. Эту квартиру мы продаем, покупаем на юге дом. Мама уже его присмотрела. А со мной вы посоветоваться забыли, да? Я никуда не поеду. Поедешь. Потому что ты наш сын, а пока тебе нет 18 лет, за тебя решаем мы. Я остаюсь с Вероникой, а вы делайте, что хотите. Ты знаешь, что это за человек? Ты в курсе, что это она убила твоего отца? Она хочет тобой воспользоваться, потому что ей нужны твои деньги. Вероника ни в чем не виновата. Я знаю, кто на самом деле убил моего отца. Это Будко. И он за это ответит. Что ты собрался делать? Лёва! А как он называется, все время забываю? Хамедорея. Миша тоже запомнить никак не может. Ой, у меня только что чайник закипел. Будешь чай? Да. Ты мне лучше скажи, как ты на такое согласилась, чтобы свой любимый цветочек оставить. Ну, я его не оставляю. Я его дарю тебе. Миша, конечно, просил никому не говорить, но тебе-то я не могу не сказать. Ты все-таки самый близкий мне человек. Лид, мы, наверное, скоро уедем. Как, надолго? Видимо, навсегда. Поэтому я хочу, чтобы у тебя остался этот цветок, чтобы ты обо мне не забывала. Только не говори никому на работе, а то Миша меня убьет. А куда вы уезжаете? Знаешь, нашли такое хорошее местечко. Городок маленький, уютный, чистенький. Миша там сначала квартиру искал. А потом мы подумали, почему бы не дом? Свежий воздух, сад, огород, цветы. Ты же помнишь, я всегда мечтала. И Миша в последнее время так изменился. В постели так вообще огонь. Говорит, давай начнем новую жизнь. Но я и подумала, а почему нет? Мы же действительно на новом месте. Новая жизнь. Тань, ты действительно такая дура или прикидываешься? Твой муж тебе изменяет со мной.
Помнишь, когда ты прибегала про Веронику рассказывать, а Миша тут был? Ты что думаешь, он приходил сюда краны чинить? Узнаешь? Более того, нам известно, что неделю назад вашими сотрудниками были похищены Вероника Гаврилова и Лев Кравчук. Мы пока не дали ход делу. Но сами понимаете, за похищение людей предусмотрена уголовная ответственность. Мы вас предупреждаем, что при поступлении в адрес наших клиентов хоть малейшей угрозы или совершении любых действий насильственного характера, мы сразу же дадим ход заявлению. Как вы собираетесь доказать, что это были мои люди? Наша компания работает более 10 лет на этом рынке. Поверьте, за это время мы накопили опыт в предоставлении доказательств. Но это еще не все. Нам известно, что вы избавились от сына Мирона Гаврилова. По вашему поручению, Тимохин отвез мальчика в город Троицк и оставил спящий возле детдома. Трехлетний Лев, единственный наследник Гаврилова, был признан судом пропавшим, а спустя какое-то время погибшим. Это все сделали вы для того, чтобы заполучить в наследство состояние покойного. Слушайте, сколько нам платят? Это конфиденциальная информация. Ну хорошо, а кто вам все это рассказал? Сама Вероника или, может, Тимохин дал показания? О чем заметить, что он несколько лет назад умер. Вдова Тимохина готова дать показания. Кроме того, в книге записей посещений Бучанской колонии зафиксировано, что незадолго до своей смерти Геннадий Тимохин навещал Веронику Васильевну. Короче, что вы хотите? Ой, как приятно иметь дело с умным человеком. Но для начала мы хотели бы кофе. Жанночка. Да? Принеси, пожалуйста, кофе нашим гостям. Хорошо. Мы представляем интересы наследника Гаврилова Кравчука Льва Михайловича. Он сын Вероники и Мирона Гавриловых. А вот результаты генетической экспертизы, которая подтверждает, что Лев сын Вероники Гаврилова. А где доказательства того, что это сын Мирона? Мы собираемся добиться разрешения на эксгумацию остатков. Так вы блефуете. Не понял, о чем вы. Почему вы решили, что этот мальчишка сын Мирона? А может быть, это мой сын? Да, Вероника изменяла своему мужу со мной. Так что до встречи в суде, друзья. Жанночка, наши гости не хотят больше кофе. Они уже уходят. До свидания. Что значит откладываем? И на какой срок? И сколько ждать разрешения? Ясно, я поняла. То есть вы ему все карты на стол, он вас нафиг. Браво. Вероника Васильевна, категорически рад вас видеть. Присаживайтесь. Я здесь заказал на свой страх и риск, так сказать, шампанского, да? Не против, я сейчас закончу. А, да-да-да, заканчивайте. Да, это я. Я через пару часов буду в офисе. И даю вам 10 дней на санкцию прокурора. Угу. Зачем вы так?
Мы же с вами договорились. Я провел в полиции 2 суток, осознал, так сказать, в знак примирения, деньги принес с процентами, а вы сразу в прокуратуру зачем? Дядя, выдыхай, не про себя. Поухаживай лучше за дамой. Конечно. Так, прежде всего, я хочу извиниться за это недоразумение. Был грешок, не заплатил. Но криминал – это не мое. Я не знаю, кто смирился катать вас с Любочкой. Но клянусь здоровьем моих детей. Я здесь ни при чем. Верю. Деньги принес? Да, конечно. 100 тысяч. А проценты? Как? А это моральный ущерб салатики, так сказать. Так сказать, с процентами уже 150 набежало. 150. Сейчас. У меня только 30, число. 30, так 30, я сегодня добрая. Хорошая шампанское. Дорогой. Не сомневаюсь. Пока. Тань! Тань, ты дома? Поговорить с тобой хотел. А что ты вещи-то собираешь? Подожди, еще рано чемодан упаковать. Тань, я, короче, тебе хотел что сказать. Лёва приходил и... В общем, очень расстраивает он меня. Он ехать никуда не хочет. Что-то там придумал себе. В общем, меня это очень сильно беспокоит. Все-таки ты права, не так просто справиться с этой стервой. Ну ничего, посмотрим, кто кого. Тань, что происходит? Тань, что происходит? Тебе. Между нами ничего такого не было. Она сама. Тань, между нами все кончено. Да между нами все кончено. Тань, ну подожди. Тань, ну послушай, ну послушай ты меня. Уходи. Тань, я тебя люблю. Уходи. За такие бабки могли бы пошустрее работать. Развили бюрократию. Ненавижу бумажную волокиту. В нашей деликатной ситуации без такого количества документов просто не обойтись. Нам нужна доверенность от родителей Льва. Дайте мне визитку Сергея. Не самая хорошая идея. Вам лучше не встречаться. Я сама буду решать, что мне лучше, а что нет. А вы занимаетесь своими бумажками. Я вас предупредил. У вас определенно есть способности, молодой человек. Прям как у Мирона Матвеевича. Знали моего отца? Его многие знали. Меткий был стрелок, несуетливый. Знал, когда задержать дыхание, когда выстрелить. Сочувствую, что вы так и не узнали своего отца. Он мог бы вас многому научить. Да уж, с ума сойти. Изменил, да еще и с лучшей подругой. Представляю, как тебе сейчас хреново. Я не знаю, зачем я вам это рассказала. Я не хочу об этом больше говорить. Да ладно, проехали. Но в любом случае по жизни надо всегда пожестче быть. Не давать на голову себе садиться. Люди всегда уважали силу. Что это? Это доверенность от официальных опекунов для борьбы за наследство Льва. Но это же опасно.
Леву уже похищали. Что дальше? Нет, я этого не подпишу. А ты не боишься со мной связываться? Ведь с одинокой женщиной может произойти все, что угодно. А ты? Не боишься? Имей в виду, если сегодня же Лева не вернется домой, я напишу заявление о его похищении. Быстро учишься. Ну, хорошо. Посмотрим, кто кого. Тань, ты кому больше веришь? Уголовнице или начальнику Следственного комитета? Неофициальный пока. Информация, она засветилась еще в одном деле Кузнецова. Там старушка, мать того самого Будко, она лежала в доме престарелых, резиденция Рос, в общем. Уезжайте. Уже нет. Так а почему уволились? Таня утром позвонила, сказала, что больше не выйдет. Как она? Пожалуйста, не держите на меня зла. Мне действительно очень стыдно. Чего ты мне хочешь? Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что ты не виновата ни в чем? Нет, я так не считаю. Я считаю, что ты виновата, я виноват, мы оба виноваты. А где ты будешь жить? Какая разница? Ну, хочешь, приходи ко мне, мне много места, сам знаешь. Лид, мне кажется, я начал понимать, в чем твоя проблема. Мне тебя искренне жаль. Эта дура пошла в отказ. Договаривайся с Михаилом, мне нужна эта бумага. Это просто верх цинизма назначать встречу в этом доме. Я тебе скажу больше. Я купил этот дом, чтобы наша встреча была незабываемой. Прошу. Спасибо. Ты знала, как я тебя ненавижу. Да что ты. А я тебя до сих пор люблю. Представляешь? Ты убила мою мать. Как у тебя рука поднялась? Око за око. Моя мать умерла, когда я была в тюрьме, а ты даже ей не помог. И ко мне не присоединился. Какая ты все-таки дрянь. Да. Это ты из меня такое сделал. Я тот день по секундам помню. Мирон с утра заподозрил неладное. Сидел здесь, на диване. А потом так захрипел, завалился на бок. И... Боже, какая я дура была. Поверила тебе. Я тебя за руку не тянул. Это было твое решение. Я тебя прямо сейчас готова пристрелить. Я убью тебя первым. А потом умрет вся твоя семья. Вначале Катенька, потом Машенька. Как тебе? Ты следила за ними? Да. Уж больно было интересно, на кого ты меня променял. И сына моего, и за кого на дороге оставил перед детдомом. За Львенка прости. Я не знал, куда его отвезли. Я вообще, ты знаешь, я был такой сволочью. Но когда родилась дочка, как-то все изменилось. Я даже найти его хотел.
Но Гена умер. Спросить было не у кого. Чем она лучше меня? Кто? Катя? Я тебя так ждала. Думала, ты меня вытащишь, пока ты не женился. Да ничем. Я думал, порода, воспитание. Я живу с ней только ради дочери. Давай договоримся. Пятьдесят процентов мои. Ну, я все это время работал. А я на курорте отдыхала. Ты меня любил? Любил. Как же деньги? Будешь хорошей девочкой. Договоримся. Да. Нет. Все, Миш, я занят. Давай, пока. Сынок, хорошо, что ты приехал. Поживу с тобой, пока вы с Мишей не помиритесь. Я же понимаю, тебе плохо. Спасибо. А ты это сам решил, где Вероника отправила? Ну, она очень волнуется. Сказала, что ты очень расстроена из-за этого, из-за Миши. Ясно. Сын. Сынок, нам с тобой нужно уехать. Вдвоем. Тань, я не могу. Мне нужно остаться. У меня дела. Ну, какие у тебя дела? Это фантастическое наследство. Ну скажи, ты хочешь рисковать своей жизнью ради денег, ради бумажек? Не в этом дело. Ну а в чем тогда дело? Давай не сейчас. Может, лучше картошечки пожарим? Голодный? Да. Ладно, тебя покормлю, а потом поговорим. Кого взяли, прости? В смысле, купила пистолет для защиты? Гаврилова, это точно? Сынок, ты куда? Пойду погуляю. Слушай, Тань. Тут деньги, которые Шевчук зажил. Представляешь, его Вероника заставила отдать. Ну, так и оставь себе. Мне зачем? Нет, возьми. Тебе пригодится. Ты прости меня за все. Ты всегда меня понимала и была на моей стороне. И буду. Львенок, ты чего? Ну? Возвращайся не поздно, хорошо?
Я родственница Сергея Будко. И я хотела бы ознакомиться с медицинской картой его матери. Родственница? Что-то я вас раньше здесь не видел, родственница. К Анне Георгиевне ходил только ее сын. Я просто живу в другом городе. Вам о чем-нибудь говорит такое понятие, как врачебная тайна? Да, но я же не... Девушка, перестаньте мне морочить голову. Журналистка, так и скажите, что вы все ходите, выискиваете? Тут следователь ничего не нашел. А что здесь можно найти? Это дом престарелых. Тут все время кто-то умирает. Хорошо. Просто скажите, вы видели здесь вот эту женщину? Разговор окончен. Вы сами выйдете или вас с охраной вывезти? Мне очень нужна ваша помощь. Это взятка? Вон отсюда. Убирайтесь из кабинета немедленно. Я могу вам чем-нибудь помочь? Да, пристрелите меня. А вы с юмором. Вот, вот, возьмите, возьмите, возьмите. Спасибо. И красивая. Как можно грустить с таким профилем, а? Что-то в последнее время мало поводов для радости. Ну, зря вы так. Знаете, как говорят в народе, самая темная ночь перед рассветом. Да? Да. Почему-то мне кажется, что мой рассвет уже никогда не наступит. Ну, не надо так, не надо. Скажите, пожалуйста, а вы случайно здесь не встречали вот эту женщину? Встречал. Я видел, как она приходила и как уходила потом. Точно? Ну, вы меня обижаете. Я фотограф, 50 лет стажа. У меня память на лица профессиональная. Спасибо. Не стоит. Ты отказался от меня, бросил. Потом директор детдома сказал, что ты погиб. Не всем так говорят. Я по-разному представлял, как ты погиб. Сначала я думал, что ты прыгаешь с парашютом, твое кольцо обрывается, и ты разбиваешься. Потом ты был гонщиком, твой болид переворачивается и взрывается. Потом ты спасала ребенка на пожаре. Потом я думал, что в тебя стреляет особо опасный преступник. Я много думал о твоей смерти. Представлял, как ты погиб и стал героем. Ты и стал таким. Героем своего дела. За это ответит.
Анны Будко было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Но с появившимися показаниями мы его возобновим. Проведем повторную проверку, опросим свидетелей, примем соответствующие меры. Поймите, она опасна. Нужно действовать прямо сейчас. Там мой сын. Знаете, у нас все опасны. Вы поймите, есть последовательность действий. Не переживайте вот так. Мы свою работу хорошо знаем и вам обязательно сообщим. Спасибо большое. Пицца в главный офис. Проходи. Берет вам билет на ближайший рейс. Да, вопрос решен. Но какая разница как? Главное, что решен. Машеньке привет. Мальчик, ты кто? Встань. Ребенок. Это ты? Узнал? На месте стой. А ты похож на своего отца. Будем надеяться, вам удастся договориться с господином Будко. Мы всегда рады, когда сторонам удается найти консенсус. Ну, кто-то же должен уметь договариваться. А ваш сын? Он же наследник. Лев несовершеннолетний, а я его мать. Какие могут быть проблемы? Его родители Татьяна и Михаил Кравчук. Ну, вопрос с Кравчуками я закрою сама, раз у вас не получилось. Извините, я на минуту. Да. Спасибо. На Сергея Будко совершено покушение. Он без сознания доставлен в больницу. Как? Кто? Нападавший Михаил Кравчук. Его же задержали. Как ты? Что теперь будет? Лёва сказал, что... Не говори ничего, да. Я поступил так, как должен был поступить. Он мой сын, наш сын. Я только тебя об одном попрошу. Ты прости меня. Я нашла адвоката, он все сделает.
Я буду тебя ждать. Мы справимся. Вместе. Конечно, звучит, но ради таких слов стоило попасть в тюрьму. Я не могу по-другому. Миша мой отец, пускай даже не родной, но он вырастил меня, терпел все мои заскоки. Я должен. Ты черт что натворил, продолжаешь делать глупости. А я? А мне что теперь делать? Пообещать, что ты будешь танцевать контент короче всех. Нет, не говори так, будто мы расстаемся. Слушай, улыбнись хотя бы ради меня. Пожалуйста. Лёва, ты должен что-то придумать. Ну, хотя бы для меня. Для родителей. Ты должен, Лёва. Я хочу предложить тебе сделку. Ты вытаскиваешь Михаила, а я отказываюсь от всего своего наследства. Интересное предложение. Это Вероника приказала тебе убить меня? Нет, я сам. Она даже об этом не знала. Зачем? Ты лишил меня отца и матери. За детдом, прости. Я потом очень жалел об этом. Хотел тебя найти. Но отца твоего я не убивал. Ты заявление заберешь? Хорошо. Считай, договорились. Можешь рассказать, как все было на самом деле? Какой же ты идиот. Я почти договорилась, а ты просто взял и мою жизнь слил в унитаз. И свою тоже. Он мне все рассказал. Ты изменяла отцу, а потом убила его. Да ты ни черта не понимаешь. Все я прекрасно понимаю. У тебя было все, но тебе всегда мало. И ты используешь людей. Бутко мне все рассказал. Ты чудовище. Да, ясно. Танька вырастила такого же сопляка, как и сама. Собирайся. Куда? Отсидимся, подумаем. Изменишь свое мнение. Все деньги у Бутко. Да, я с тобой не поеду. Я возвращаюсь к своим. Что значит к своим? Я твоя мать. Нет. Больше нет. Это Сиплый. Вывезет нас за город. Лёва, тебе нельзя с ним больше оставаться. Поехали домой, прошу тебя. Собирайся. Успокойся, он никуда с тобой не поедет. Лёва, слышишь? Ты еще будешь жалеть о том, что просыпаешь жить с этими жалкими людишками. Ты посмотри на нее. Рядом с ней мухи дохнут. Даже собственный муж затасковал. Ну, конечно. Зато рядом с тобой сплошной праздник. Только почему-то люди умирают. Такие, как ты, уверены в собственной безнаказанности и думают, что деньги диктуют правила. Но ты ответишь за все, дрянь. Ты будешь сидеть в тюрьме, поверь мне. И запомни, если ты еще раз приблизишься к Лёве, я тебя убью. Будь уверена, я это сделаю. Пойдем. Лёва! Гаврилова Вероника Васильевна, вам придется пройти с нами. С какой-то радостью. Дело закрыто. Появились новые факты. Прекрасно, а я спешу. Можете не торопиться. Помимо дела Анны Бутко, нам также стало известно, что вы незаконно приобрели огнестрельное оружие. Выпусти! Я ничего не сделаю, пацаны. Бросьте пистолет. Будем стрелять на поражение. С дороги отошел! Стоять! Мам! И что с ней будет дальше?
Переведут в специализированную клинику, возьмут под стражу, потом будет суд. Ну как ты, герой? Нормально. Ее прооперировали, состояние стабильное, жить будет. Ну все, можете забирать своего сына домой. У нас к нему вопросов нет. Спасибо. Хочешь зайти к ней? Нет. Мам, пошли домой. Это мое любимое шоу. Мечтаю в нем поработать. А ну. Ну, у тебя точно все получится. По крайней мере, ты танцуешь круче, чем она. Точно. Так, давай, хватит возиться здесь уже. Поехали в ресторан. Я не могу, я обещала детям пирог. Они сами все добегут, они будут рады, если мы с тобой сбежим. Тогда, может, в кино на последний ряд? Ну, вот куда скажешь. Настя, идем пирог доставать. Походу, он готов. А что, мама с папой ушли? У меня гениальные родители. Угу. Ты знаешь, что я самый счастливый человек в мире? Правда? Правда. Ты знаешь, что я тоже. Ну, как думаешь, львенок с нами счастлив? Львенок уже не львенок, а лев. Это ты мой лев. Я твой лев. И только мой.